Разговорчивая. Меня даже в комсомол за это не хотели брать. Ну и правильно. Какая же может быть конспирация, если человек болтлив? Я даже испытание проходила. 7 суток молчала. Садитесь. Ой, товарищи, 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 зал не обслуживается. Нам, пожалуйста, бутылочку сухого вина. Никаких сухих вин. Почему? Как почему иностранных гостей ждем? What you tell me? Как-как-как? What you tell me? Ах, бутылка сухого вина. Да-да. Секундочку. Здорово у вас это получается. А что нам остается? Приехали. Прекрасная Елена. Прекрасная Елена. Укажи, кого избрать из юных берендеев способного свершить желанный подвиг. Великий царь, стыдливый соблюдая обычно, могла бы я, конечно, незнанием отговориться, но желание служить для пользы общей
стыдливости пожертвовать велит. Из юношей цветущих бериндеев, известных мне, один лишь может внушить любовь девицы, сердце жен поколебать. Хотя бы наша верность крепка была, как сталь. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Представь себе, Якин влюбился в меня, как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Иннокентий Павлович. Таня. Таня? Да. Иннокентий. По-моему, вашу жену звали как-то иначе. Вы ошиблись. Ошиблись. Это, конечно, Ларина. Да, как вы догадались. Читался. Любви все возрасты, покорны. Так. А что это вы пишете? Татьяна Ларина на Волге. 70-71 югом. Иннокентий, собирайся. Куда? Быстро, мы уезжаем. Быстро, быстро. О, Лидочка, дорогая. Как хочется объять необъятное. Иннокентий, я же сказала, собирайся. Можно вас на минуточку?